Привет, меня зовут Лимкаш, это мое первое видео на моем канале. По крайней мере, первое видео, в котором я непосредственно что-то говорю вот в эту вот камеру. Это достаточно непривычно, что-то говорить камеру, даже понятно это с первых секунд. Как-то хочется посмотреть в разные стороны, не в камеру. В общем-то, в этом видео я хотел рассказать о том, что я вообще собираюсь делать, что, какие видео я собираюсь создавать на моем YouTube-канале, какой тип контента вы там найдете. Ну, короче. Мой канал я собираюсь выкладывать видео совершенно разные по своему характеру. То есть могут быть это влоги, различные, может быть, челленджи, летсплеи. Ну, достаточно интересные, я надеюсь, по крайней мере, так будет возможно. Но я сам не понял, что я сказал. Вот. Если вас это хоть немного заинтересовало, то подписывайтесь на канал. Если не хотите этого всего пропустить, если вам хоть немного понравилось это видео, я сам. Вот. Будут видео, даже невозможно, а вероятнее всего будут видео с моими друзьями, с животными, да. Также я планирую делать обзоры на разные интересные штучки, если можно так сказать, из Китая, то есть с Алиэкспресса сайта. Вот. Короче, подписывайтесь, чтобы этого всего не пропустить. Также, думаю, если вы хоть немного разбираетесь в видеоблогеров, то вы могли заметить, что я вообще... Что у меня плохой звук, во-первых, потому что я беру звук из камеры, потому что у меня еще нет микрофона. И то, что я снимаю у окна, собственно говоря, на подоконнике, и подставив фотоаппарат вот на просто крышку от старой кирпичевой Nokia, в которой я просверлил дырку. То есть, соответственно, у меня еще нет штатива, у меня еще нет освещения. У меня еще нет микрофона. Но с освещением там как бы не так все, по-моему, и сложно. То есть его можно вообще самому сделать. Вот. Но микрофон надо купить, и штатив тоже надо купить, соответственно. Я надеюсь, что качество картинки вам понравится. Камера у меня не высшего качества, а любительского, если можно так сказать. Ну, я во всем видео говорю, если можно так сказать. Да, любительского. То есть она зеркальная, но любительская. То есть, недорогая. Также буду стараться делать хороший монтаж всем моим видео. То есть, на этом видео, может быть, и не будет такого офигенного MLG-монтажа, как... А на остальных я научусь делать его, и он будет, короче, вот. Когда я научусь, короче, я буду делать хороший монтаж. Но пока я не очень умею вообще этот монтаж делать, или в фотошопе работать. Я надеюсь, что вам понравилось это видео, и что вы узнали о... В моем канале и о моем будущем творческом пути достаточно много. Я надеюсь, что вы подписались уже на канал, этому видео лайк. Также, я думаю, скоро на моем канале выйдет видео, в котором я принимаю вызов от администраторов самого топового паблика о мемах ВКонтакте, Мем Академии. Они снимали челлендж, который называется Bamboozled. Да, у меня, наверное, плохое произношение. Ну вот, и мы с моим другом выполним этот челлендж. Но мы надеемся его сделать более веселым, нежели у моих друзей. Вот, поэтому, если я вас хоть чуть-чуть заинтриговал, то еще раз подписывайтесь. Но два раза не надо подписываться, иначе вы отпишетесь. Но подписывайтесь. Всем пока.